как наш организм сигнализирует о нехватке других витаминов, мы попробуем разобраться вместе с терапевтом отделения медицинской профилактики Еленой Муромцевой. Елена Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я думаю, стоит начать с самого распространенного сигнала нашего организма – это сухость кожи. Зимой мы очень часто с этим сталкиваемся. О чем нам хочет сказать организм тем самым? Наш организм хочет сказать о том, что нам не хватает витаминов. Конечно, это витамины группы А, это ретинол и витамины группы Е. Значит, эти витамины очень нужны нам для кожи, потому что они влияют на водно-липидный баланс кожного нашего покрова. Они влияют на формирование рогового эпидермиса. То есть они оказывают непосредственное влияние на то, как мы выглядим и как мы себя чувствуем. Поэтому витамины группы А и Е мы должны регулярно употреблять с пищей. Какие входит, это продукты? Входит это сливочное масло, это мясо, это все бобовые, это зелень, фрукты. Это все продукты, которые, в принципе, доступны к нам, у нас на столе могут находиться. То есть утром бутерброд с маслом уже может немножко решить эту проблему. Да. Следующее. Бледный налет на языке. Вообще, я насколько слышал, что может сигнализировать это даже о самых каких-то страшных заболеваниях. Но если мы говорим о нехватке витаминов, конкретно каких? Ну, вообще, в норме у здорового человека каждое утро налет на языке может присутствовать. Единственное, что он должен быть легко снимаем и в небольшом достаточном количестве. Устраняется это достаточно легко. Это гигиенические средства профилактики. Вот. Но если мы говорим именно о недостатке витаминов, то чаще всего это связано с витаминами группы В. В1, В2, В6. То есть, и мы, конечно, говорим о том, что не должны быть хронические заболевания, то есть хронические гастриты и вообще желудочно-кишечный тракт. То есть витамины группы В, они входят, опять-таки, в мясо, они входят во все крупы, это все зерновые продукты. Поэтому употреблять обязательно шпинаты, бобовые, зелень, петрушка, это все нам поможет и восполнить именно дефицит недостатка витаминов группы В. Следующий сигнал – это кровоточивость десен. О чем это может говорить? Ну, действительно, кровоточивость десен чаще всего возникает из-за недостатка витаминов С и К. Значит, витамин С, он очень важный витамин. Он, во-первых, участвует он отвечает за хрупкость сосудов, то есть при его недостатке возникает кровоточивость десен. И витамин К, он участвует в процессах кроветворения. То есть если эти витамины отсутствуют, то, конечно, возникает, нарушается соединительная ткань, это может даже привести к выпадению зубов. Поэтому витамин С и К очень необходимы для нас витамины. Разрушаются зубы, да? Да, могут даже привести к разрушению, да. В каких продуктах мы можем взять эти витамины? Витамина К очень много в белокочанной капусте, в брокколи. А витамин С, он находится во всех ягодах. То есть это фрукты, опять-таки овощи, смородина, капуста. Очень много его там. Лимоны, естественно. Но не всегда это могут быть свежие ягоды, свежезамороженные тоже. Свежезамороженные, да. Свежезамороженные тоже в ягодах. Витамин С сохраняется. Если мы говорим о так называемых заедах в уголках рта, ну то есть это такие трещинки, да, получается у нас? О чем они нам сигнализируют? Заеды, да, действительно, это микротрещинки в уголках рта, и несмотря на то, что они маленькие, они причиняют большое неудобство нам. То есть мы, когда мы говорим, когда мы улыбаемся, когда мы кушаем... Лескаются постоянно еще больше и больше. И опять-таки здесь нужно говорить об отсутствии хронических заболеваний. То есть это гигиена полости рта, это отсутствие таких заболеваний, как сахарный диабет, грибковые заболевания. Поэтому если таких заболеваний в наличии не имеется, то достаточно просто восполнить витамин С, опять-таки, это витамин, и витамины группы В. То есть употребляя эти продукты, достаточно будет того, что заеды пройдут. Аллергия так не может проявляться? Может быть, конечно. Поэтому всегда нужно учитывать свои внутренние сигналы организма. При таких длительных заболеваниях необходимо консультироваться у врача, чтобы происходил осмотр и необходимые назначения, рекомендации, то есть те же лабораторные анализы помогут выставлении правильного диагноза. Да, то есть аллергия это или все-таки не хватает витамина? Ну, да? Я думаю, мы вообще сегодня всю беседу просеиваем через сито того, что может быть сухость кожи одна, а может быть абсолютно другая. То есть она может сигнализировать не только о нехватке витаминов, а о каком-то другом заболевании. Поэтому нужно это понимать. Если перхоть или выпадение волос? Мучает нас. Да, о чем это может говорить? Вообще в норме процесс роговения происходит, то есть смена эпителия на коже головы происходит в течение 1-2
2 месяцев. И если нет гормональных или других каких-либо сбоев, хронических заболеваний у человека, то это не причиняет особого дискомфорта. И у человека это нет такого прям заметного эффекта. Вот. Но если все-таки такие наличие заболеваний имеются, то необходимо их обязательно диагностировать, находиться на консультации у врача, лечить их и восполнять обязательно витамином группы, как я сказала, уже В, А, Е и С. То есть это необходимые витамины, которые помогают нам питать кожу, помогают нам, особенно витамины группы В, потому что их нехватка вызывает ломкость и выпадение волос, приводит к этому. Поэтому, а витамины группы В, они содержатся во всех бобовых, то есть это каша, крупы, и молоко, и молочные продукты, все кисломолочные, и мясо. То есть индейка, мясо курицы. Так, следующая проблема, которая может тревожить нас по утрам, это судороги. И во сне тоже, кстати, многие даже от этого просыпаются. Да. О чем это говорит? Ну, если мы сейчас говорим о том, что именно судороги возникают ночью, то чаще всего это связано с недостатком, классический вообще признак, это недостаток воды в организме. Да? Потому что, да, потому что, значит, вода – это основа нашего организма. Калий, магний, кальций – это необходимые элементы для того, чтобы наши мышцы сокращались, особенно магний. Ведь именно магний, находится большой запас магния в икроножных мышцах. И недостаток воды и магния приводит вот именно к судорогам. И не стоит забывать, что именно хронические заболевания, если мы говорим не про дефицит витаминов, могут также приводить к судорогам. То есть, например, таких заболеваний, как заболевания вен нижних конечностей, сахарный диабет и у беременных вследствие давления вен органов малого таза. Поэтому обязательно консультироваться у врача и проходить лечение. Не пренебрегать этим. Но обратите на это внимание. Конечно, возможно, да. Если это один раз случилось, ничего страшного. А если это постоянно и каждый день, то стоит задуматься. Ну и последнее, мне кажется, это то, на что жалуются все. Абсолютно зимой это сонливость и постоянная усталость. О, да. Это же тоже говорит не просто о том, что мы не выспались, а нам не хватает витаминов. Конечно, ведь зимой у нас очень мало солнышка, а именно с солнышком мы получаем витамин D, потому что он вырабатывается в нашей коже. Витамин D также доказали ученые, что он участвует в формировании иммунитета. Поэтому очень часто после, и витамин C, конечно, очень часто после перенесенных вирусных заболеваний мы чувствуем разбитость, усталость, вялость. Поэтому, восполнив эти витамины, витамин D, он содержится в сливочном масле, он содержится в жирных сортах рыбы, опять-таки в мясе. И если с назначением врача, это любые препараты масляные, да, допустим, витамина D. И витамин C. Витамин C очень важен на самом деле. Это тоже формирование иммунитета, это укрепление стенок, сосудов кровеносных. Поэтому если витамина С и витамина D нам будет не хватать, то мы будем чувствовать себя разбитыми, усталыми. И это даже может отражаться на коже. То есть мы будем при этом еще и бледными и не выспавшимися. Ну, вы знаете, сегодня, кстати, ровно 92 года со дня, когда ученым удалось искусственно синтезировать витамин D. И вот как его правильно применять и более подробно на этой теме остановятся наши коллеги. Вы увидите это в следующем сюжете. А вам спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. До свидания.